Так, ну что ж, всем добрый вечер. Здесь и сейчас начинается стрим турнира 7.54 Golden Format Cup номер 145. Ожидаем приглашений от команд и отправимся обязательно за кем-то наблюдать вместе с вами. Для вас стрим турнира будет комментировать Леди Босс Вумен. Зовут меня Любовь. Так, есть у меня приглашение. Я, наверное, пока зайду, поставлю, включу радио. Коломбо, и тебе приветик. И также привет всем тем, кто присоединяется на Twitch ESL, дабы понаблюдать за игрой команд. Какие команды играют, сейчас узнаем. Так, ну что ж, играть будут команды Seven Ronin и команда Jack Daniels. И напоминаю о том, что команды будут играть до двух побед. Та команда, которая получает две победы, проходит далее по турнирной сеточке. Так, и тем временем подтягивается у нас народ на Twitch. Ребята, еще раз всем огромнейший приветик. Желаю всем приятного просмотра, хорошего настроения и оставаться в нашей компании. В данный момент команды занимаются пиком техники. А мы будем их ожидать, когда ребята соберутся, подтвердят готовность и отправятся в бой. Карта будет мураванка. И напоминаю, что играют такие команды, как Seven Ronin и Jack Daniels. Так, ребятки, твичане, сегодня музыку не заказываем. Так как мне будет очень тяжело разбираться со всеми этими премудростями, будем слушать радио. И если у вас есть желание пообщаться со мной, писать мне какие-то комментарии, буду очень рада отвечать вам на ваши сообщения. Возможно, будут у вас какие-то кричалки, возможно, кто-то сможет, возможно, переплюнуть нашего третьего Макса, постоянного нашего
вечанина, болельщика, зрителя, и также сможет писать какие-то наставления командам в стихотворной форме. Это было бы круто, просто замечательно. Ух ты, Коломбо, у тебя что, правда, сегодня днюха? Игорь, поздравляю тебя с днем рождения. А, Ромарио, тебе тоже привет. Вообще, всем, ребята, приветы. Всем-всем-всем. Ребята, сегодня смотрю, что в хорошем настроении, переписываются, хладят и отправляются в бой. Так, ну что ж, за время ожиданий, возможно, кто-то успел подзабыть. Что у нас в прямом эфирчике? Напоминаю, сейчас идет стрим турнира Golden Format Cup номер 145. Играют такие команды, как Seven Ronin и команда Jack Daniels. Итак, в команде Jack Daniels 3 девяностика, 2 Ru-251 и 2 бульдога. И в команде Seven Ronin 4 девяностика, 2 рушечки 251 и 1 Т-37. Так. Маленькие таранчики. Так, погнали. Команда Jack Daniels находится в атаке. И едет. Так, они разделяются. 4 ЛТ-хи едут через лесок. Так, ну... Остальные пока будут добывать для команды разведданные. Так, навстречу к лесу несется целая куча ЛТХ. О боже, что здесь сейчас будет? Походу здесь будет стычка, здесь будет сражение между двумя командами. Уже ребята обмениваются дамагом между собой, уроном. Так, уже есть заминусованная техника. Это бульдог в команде Jack Daniels и 90-тик в команде Seven Ronin. О боже, все идет очень быстро. Просто мгновенно происходит. Также минусуется еще куча техники. Настоящая бодрая Рубилова. Не имели возможности, к сожалению, в команде Jack Daniels
несколько ЛТХ помогать здесь в лесочке, так как были и занимали другие позиции. Ну, возможно, сейчас им удастся с полными барабанами что-то зарешать, что-то исправить и выровнять счет. Так, две ЛТшки команды Jack Daniels против трех ЛТшек команды Seven Ronin. Так, счет на живую технику 1-2. 1-90 остается в команде Jack Daniels. Так, и 362 хп 90 и 728 хп еще 1-90 в команде Seven Ronin. Так, ну что ж, видим схватку. Так, счет 1-1. Ай-яй-яй, боже мой, кто сейчас кого? Боже. Боже мой, 90-ик все-таки справился с двумя 90-ками. Ну, в принципе, два 90-ика оба по ХП были как один целый. То бишь, ну что ж, в этом бою побеждает команда Jack Daniels. Просто, скажем так, затащил. Так, ну это означает, что будет еще один бой как минимум. Команды поменяются респом. Так, и пока ребята будут делать репик техники. Так, третий Макс поздравляет Коломбо с днем варенья. Все поздравляют Коломбо с днем варенья. Коломбо, еще раз присоединяюсь. И от всего лица, вернее, от всего коллектива ESL поздравляю тебя с днем рождения. Я беру такие строчки. С днем рождения поздравляем и от всей души желаем по-сибирски быть здоровым, по-кавказски долго жить, по-цыгански быть веселым и по-русски водку пить. Снюхай тебя, Коломбо, хорошего тебе настроения и спасибо, что ты в такой день сегодня с нами. Третий Макс пишет, это не звучит музло с Ютуба, радио включила Люба. Да, ребята, так точно. Димаха, тебе приветик на твичик. Так, одна из команд заявляет о своей готовности. Так, ну, что могу сказать о поединке между командами, который только что состоялся. Ребята, в принципе, играли, ну, скажем так, на равных. Изначально команда Seven Ronin, поехав в лес, зарашив, несмотря на то, что они находились в обороне, сделали, скажем так, плюс по технике, вынесли больше техники противника, но после того, как команда Jack Daniels подтянулась, пришла на помощь, все-таки полные барабанщики, и таким образом ребята, даже команда Jack Daniels успели, смогли, и вот просто, не знаю, затащили еле-еле-еле с малюсеньким разрывом, буквально там совсем чуть-чуть оставалось хпшек у последнего 90-ка. Ну, в общем, удача была в предыдущем поединке у команды Jack Daniels, то бишь им улыбнулась удача. Так, ну а тем временем сейчас запускаемся в бой. И сейчас в обороне Jack Daniels команда.
Ну, а в атаке, соответственно, Севен Ронин. Так, Джек Дэниелс. 50-100, 32-очка, 3-90-ка, РУ-251 и Т-37. Команда Севен Ронин. 4-90-ка, 2-рушечки, 251-х и Т-37. В принципе, у ребят ничего не поменялось. Поменялась только техника в команде Джек Дэниелс. Так, и тем временем наблюдаем, что команда Seven Ronin, команда атаки, значит, частично отправляются в лес, частично это 1390 и Т-37 отправляются ко второй базе. Ребята будут подсвечивать горочку, там, где сейчас вот находится 32-очка команды обороны. Становится 90-ик. Угу. Практически, скажем так, совсем чуть-чуть становился 90-ик на захват, но съехал с него. Ага, то есть рушечка в засвете, рушечка команды защиты, находящаяся на К5, и забрали рушечку. Сумели ее рассмотреть, увидеть, засветить и отправить в ангар. Так, команда атаки подтягивается с разных сторон, потихонечку приближается и окружает. Ну, в принципе, практически окружает команду защиты, имея определенные, скажем так, разведданные, где находится команда. Так, немножечко пересядем. И в данный момент имеем возможность с вами наблюдать, как подсветили 90-ки команду противника. Противник успел получить по шотику. И, скажем так, наши бравые разведчики, защитники уходят от противника без урона, без получения урона по своей технике. На захват становится Т-37 на краешек базы, дабы выманить команду защиты на себя. Ну, соответственно, пострелять по своему противнику. Так, тут проходит встреча. Правда, первые выстрелы с обеих команд были, скажем так, в пустоту, то бишь обе команды промахнулись, но далее они забирают 90-ка, то бишь команда Джек Дэниелс. Приехали, забрали 90-ка, второго 90-ка. Ага, теряют сами также 90-ка одного. Так, ну что ж, защита. У вас остается 53 секунды для того, чтобы сбить захват с базы. Поэтому, видимо, правильное решение то, что ребята решили немножечко отступить. Оно в засвете находится 90-ик, потому что летят по нему шотики. Так, переключаемся. 32-очка в засвете, и по ней просто ожесточенно стреляют. 341 хп всего остается. Нужно, конечно же, засветить рушечку, стоящую в кустах, рушечка противника, то бишь команды Seven Ronin.
Так, 32-ку все-таки отправляют в ангар. Преимущество, в принципе, серьезное по технике имеет команда Seven Ronin. Всего три танчика остается в команде Jack Daniels и 5 танков в команде Seven Ronin. Так, снова становится на захвате ЛТ-шечка команды атаки. Так, на горочке у нас войнушка. Остается успеть. Боже, не успевает забрать рушечку. Подтягивается еще техника противника, то бишь 90 летит на помощь рушечке. Рушечка все-таки минусуется, но похоже, что плохо сейчас будет и 90-ку, который, по всей видимости, на КД. То есть его сейчас просто отправят в ангар. Соточка, думаю, вряд ли сможет чем-то помочь. И... Нет, помогает. Но здесь у нас еще идет у команды захват базы. Поэтому нужно сбивать захват. В принципе, на захвате шотная техника в том числе находится. 387 хп. У 90-ка 31 хп у рушечки. Но также 90-к в команде Jack Daniels абсолютно шотный. 26 хп. По нем промахиваются, но не успевают ребята сбить захват. База захвачена противником. И таким образом у нас получается, что каждая команда имеет по одной победе. И также это означает, что ребята будут играть третью карту, вернее третий бой на другой карте. Так, ребята поставили карту «Утёс». Выбирают, кто будет играть в атаке, кто будет играть от обороны. И объявляют 2 минуточки перерывчик. Так что немножечко с вами посидим. Посмотрим, почитаем твичик. Так, твичик, Зая пишет: «Любовь, приветик, и тебе приветик». Коломба спрашивает: «Любаня, сегодня будешь одна?» Да, скорее всего, одна. Третий Макс пишет: «7 японцев затупили, вискарю». Позорно слили. Так, Black Dragon, и тебе тоже приветик. Всем-всем-всем-всем приветик, всем тем, кто присоединяется к нам на твичик ESL. Именинник, ты мне скажи, как сегодня твое настроение? Отметил, не отметил, чем сегодня занимался? Пиши.
И еще раз, Коломбо, поздравляю тебя с днем варенья. Пусть всегда под счастливой звездою тебя судьба по дороге ведет. В доме пусть полноводной рекою жизнь спокойно и мирно течет. Пусть твой дом лишь друзья посещают, стороною обходит ненастье. От души я тебя поздравляю, долгой жизни, здоровья и счастья. Так, ну что ж, и напоминаю, что сейчас в прямом эфире идет стрим турнира Golden Format Cup номер 145. И скоро вместе с вами будем наблюдать третий поединок между двумя командами, которые уже имеют по одной победе каждая. И играют ребята до двух побед. Команда Seven Ronin и команда Jack Daniels будут сражаться за проход далее по нашей турнирной сеточке. Так, и смотрю, что команды находятся все-таки далее в приподнятом настроении. Передают приветики. «Привет, мама, я тебя очень люблю». Но, к сожалению, переутомился. Привет вашей маме отправлен. Желаю оставаться всегда в хорошем настроении, в приподнятом духе. Ребята, очень часто хорошее настроение приводит к победам. Поэтому желаю вам победы. Как минимум за ваше настроение, за ваш позитивчик. Пребывайте все в том же духе. Да, кстати, по некоторым данным, у Зая сегодня тоже день варенья, поэтому, Зая, я также вас на твичике нашего постоянного твичанина поздравляю. Вот, и хочу, скажем так, посвятить такие строки. В день рождения пожелаю я, чтобы в жизни твоей личной была любовь, была семья и денег так прилично. И пусть здоровье каждый день из года в год крепчает, а на работе средь коллег тебя все замечают. Поздравляю тебя с днем рождения, у нас сегодня куча именинников на Твиче, это очень приятно. Ребята, спасибо, что вы с нами, поэтому мы вас поздравляем и реально желаем от всей души, чтобы все у вас было хорошо, чтобы жили вы на позитиве, чтобы все у вас получалось в жизни, складывалось так, как вы хотите, и так, как вы того заслуживаете.
Так, дед 24 Рус пишет: Люба, как всегда, с вами настроение отличное. Огромное тебе спасибо, дед. Приятно. Приходите к нам. Всегда рады вас видеть в наших прямых эфирах. Так, Коломбо еще не отмечал сегодня день варенья. Когда же ты будешь отмечать, Коломбо? Медитация вам впрок, Ронины. Всех бейте в бок. Ну, если получится, думаю, что побьют. Так, ну что ж, команда готовы. И я думаю, что прямо сейчас мы ворвемся в еще один поединок между командами Seven Ronin и командой Jack Daniels. Наши твичане, как обычно, как всегда, готовы наблюдать за командами, болеют за них, переживают. Ну что ж, пусть победит сильнейший. Поехали, мальчишки, девчонки, в бой. Так, ну что ж, наши именинники, поздравляю вас с Днем Варенья и для вас ставлю композицию, убираю радио и включаем Аллегрову с Днем Рождения. Ребятки, если хотите для Коломбо и для Заи заказать какую-то мелодию, напишите мне просто ссылочку, ну тоже какая-нибудь композиция с Днем Варенья. И после боя я отвлекусь, и пока будем ожидать следующих команд, я поставлю, по ссылочке перейду и вручную поставлю песенку. В общем, мальчишки, нюхай! Ну а тем временем мы отправляемся в бой. Так, что у нас по технике? Команда Jack Daniels взяли с собой 2 90-ка, 2 RU-251, Т-49, 2 бульдога. И команда Seven Ronin взяли 69-ку, 3 90-ка, RU-251 и 2 бульдога. Ну что, ребята, в атаку, в сражение. Впереди вас ждут приключения, танковые атаки, взрывы БК и, надеюсь, очень-при-очень мало танкового стоялого. Ну что ж, погнали, мальчишки, девчонки. Так, а это у нас что-то новенькое. 13.90 и бульдог отправляются в район первой базы противника, то бишь команды Jack Daniels.
которые на этой карте находятся в обороне. Рушечка пытается под 49-ку вытянуть противника. И тем временем, скажем так, пока мы... О боже! Наблюдаем, как минусанула Т-49 бульдога. Едет 90-ик атаковать Рушечку. 49-ка пока на КД. Ну что, давайте, ребята, сражайтесь, сражайтесь. Рушка. О боже, вот это да. Так, здесь у нас все сражения закончены. И просто с огромным преимуществом, зная о том, что было разделение техники. Лидирует по количеству выживших танков команда Jack Daniels. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Так, ну что ж, наблюдаем мы дальнейшую перестрелочку. Будет сейчас заминусован, отправлен в ангар бульдог команды атаки. И все, в общем, вся команда атаки отправлена в ангар. И у нас вторую победу в свою копилочку получает команда Jack Daniels. Ребята, поздравляю вас с прохождением далее по турнирной сетке. Ну что ж, очень рада, что команда «Карта Утес» в этом бою принесла вот такой вот быстротечный поединочек. Быстро, красиво, победоносно. Ну, как-то так. Так, сейчас я отпишусь в стримерской, что стример свободен и готов прийти на зов команд, которые в данный момент сражаются и собираются сражаться между собой, дабы добраться потихонечку, маленькими шагами, медленно, но уверенно хотят попасть в финал. Так, и пока нет приглашений, отправляюсь на твичик. Так. Ребята поздравляют и Заю с днем варенья. Занька, еще тебя с днем варенья. Очередной раз, и Игорь Коломбо, и тебя с днем варенья. С днем рождения поздравляя, шлем тебе приветик, Зая. Мальчишки, песенка хоть и детская, но с днем рождения вас. Надеюсь, что эта песенка вас улыбнет. Ну, как минимум, с днюхой.
помнит? Никто ничего не забыл? Завтра! Завтра у меня день рождения! Відкрий для себе інновацію. Карт Нуар. І ти в праздничном платье. Выходишь их встретить, вся сияя от счастья, светом наполнен наш дом. От твоей улыбки в этот день, в этот день ты будешь самой счастливой, нет причин сомневаться. Пусть время неумолимо, тебе навсегда 18. И каждый раз в этот день я так счастлив сам от того, что ты есть у меня. С днем рождения, с днем рождения, любовь моя. С днем рождения, с днем рождения, любовь моя. И звезды на небе засияли так ярко, и нет больше места для цветов и подарков. Смехом наполнен наш дом, и пускай так будет.
Так, ну что ж, приняла я приглашение в поединок между двумя командами. Стримить буду команду просто ТР и команду Клик. Ребята сокращенно написали, как мне проще их называть, поэтому будут они просто ТР команда. Сейчас команды проводят пик техники. Ну а мы немножечко подождем, пока они это сделают, и потом отправимся в бой. Поздравляю! И у нас куча. С днем рождения! Желаю счастья в личной жизни! Здорово. Так и напиши. Ну вот, слушай. Поздравляю с днем рождения. Поздравляю с днем рождения и желаю счастья в личной жизни, пух. Так, ну что ж, совсем скоро отправимся в бой, ребята, пикают технику. Давайте, ребятки, и поедем знакомиться с вашей техникой игры. Команду ТР. На твичке мне пишут, что они называются Тамерина. Здесь ребята написали о том, что называйте нас ретардами. Ретардами, да. Ну что ж, ретардами. ТР. Если, скажем так, коротко написать. В общем, ребята, будем знакомиться с вашей командой, потому что, ну, я вас вижу, по-моему, первый раз, по крайней мере, стримить буду первый раз. Лёхе на твичик огромнейший приветик, Лёха Трямик. Желаю тебе не тяжелой смены. Так, ну, тем временем мы поехали. Поехали в бой, карта степи, команда Клик и команда ТР. Так, ну что ж, в команде Клик техника 1 першинг, 3 13.90, ру 251 и 2 бульдога. В команде же ТР из 3 3.90, ру 251 и 2 бульдога. В атаке находится команда Ретарды и команда Клик в обороне. Так, ну что ж, клики поехали. А ретарды тоже поехали. Так, вся команда Клик, скажем так, большей своей частью... О боже, они там ранятся между собой. А между прочим, ребята, вот эти вот 24 хп, да, которые послетали с вас, в принципе, уже показывает опыт, дает возможность в конце боя все-таки затащить. 126 хп, по-моему, в предыдущем бою оставалось у 90-ка, с которыми он имел возможность выжить. Так, ну ладно. 90-ик команды Клик остается на подсвете. В кустиках за камешком на c5. И першинг будет контролить
первую базу и при необходимости помогать также базе номер 2. Что же делает команда ТР? Команда ТР, скажем так, медленно, но уверенно продвигается ко второй базе. Уже видим, что ребята обмениваются уроном. Есть 90-ик в команде ТР, который уже получил по себе шотик. Видела я и с их стороны сюда летящие снарядики, но, по-моему, ни по кому они не попали. Так, ну что ж, атакует команда атаки. Самый такой, я смотрю, смелый в команде кликов этот Першин. Ближе всех находится к противнику. Ну, а противник, собственно, смел всей командой. Ух ты, куча снарядов полетела по ИСу третьему, и, правда, ни один снаряд по нем не попал. Для тех, кто только присоединился к нам на Twitch ESL, всем огромнейший приветик, доброго вечера и хорошего настроения. Сейчас в прямом эфире стрим турнира Golden Format Cup номер 145. Играют команды Клик и команда Ретардов. Так, просто, о боже, минусуют бульдога команды Клик. Смело наступает команда ТР на команду Клик, то бишь они атакуют, идут вперед. Бульдог, по-моему, сейчас еще один отправится в ангар, потому что атакует его команда атаки, да, отправляют в ангар. Клики, соберитесь. Больше внимания на мини-карту. Нужно больше немножечко следить за тем, что происходит. Пока команда Клик проигрывает только один танк в команде соперников. Так, так, так. Давайте немножечко отдалим, чтобы было лучше видно. Отправляется Першинг, это смельчак, передовик команды кликов, к сожалению, тоже в ангар. Следующая в ангар, возможно, будет отправлена оружка или 90-ик. Это относительно шотная техника команды кликов. И команда ретардов, они просто едут, просто зарашивают своего оппонента, раздают дамаг. Всего 2 90-ика в живых у команды Клик. К сожалению, у одного 90-ика всего было 93 хп, и также он в ангаре. И остается последний герой, которого также отправляют в ангар. 5 танков осталось в живых у команды ретардов, и именно эта команда, то бишь команда атаки, команда ретардов, получает первую победу в свою копилочку. Сейчас команды поменяются респами, возможно, будет репик техники. Сейчас все увидим, узнаем, посмотрим. Так, ну что ж, все готовы. Третий Макс на твитчике пишет: Клик, ведь ты не изувер. Проиграй сейчас ТР.
Вот такое вот посланиеце от третьего Макса у нас на Твичике. Ну а тем временем мы отправляемся в следующий поединочек. Есть изменения в технике обеих команд. Итак, команда Клик. 3 девяностика, 2 рушечки 251 и 2 бульдога. В команде ретардов Т-32, 3 девяностика, Ру-251 и 2 бульдога. И на этот раз команда Клик находится в атаке. Ну что, мальчишки, в атаку, сражение, погнали, гоу-гоу-гоу. Так, теперь команда защиты, это команда ретардов. Бульдога они отправляют на разведку. Разведует он, объезжая вокруг второй базы. Ну и все остальные, в общем-то, стали на оборонительные позиции, в принципе, на такие, скажем так, на известные. 90-ти команды кликов отправляется также на разведку, едет вперед. Остальные также направляются за ним. Это и 90-ти, и бульдог. Так, обмениваются ребята снарядами, но... Ага, есть, по-моему, попадание в обеих командах. Но больше все-таки удалось ретардам дать урона, то бишь по бульдогу дали и по 90-ку команды Клик. Так, далее ребята ведут перестрелки. Ну, а мы с вами пока наблюдаем за движениями команд. Затем, где у нас идут перестрелки. Строго не судите, Клик, ведь ТР лишь ученик, пишет третий Макс на Твичик. Третий Макс, спасибо за твои посланицы, приятно их читать, прямой эфирчик. Так, остается всего 11 хп у 90-ка команды обороны. Также Ру-251 имеет 92 хп-шечки, то бишь эти два танка, стоящие на подсветике. На стандартной позиции C5, вот, скажем так, совсем шотные, но в свою очередь они настреливают и довольно-таки активно и результативно. Так, ну что ж, 90-ти отправился забирать шотную технику. Правильно, потому что технику нужно минусовать, минусовать стволы, иначе они работают по их союзникам. Минус пока один, и он сейчас в команде ретардов. Ага, 32-ка спешит на помощь раздамаженной рушке. Тем временем... теряет еще один танк команда ретардов и один танк теряет команда Клик. Так, наблюдали мы минус рушечки только что раздамаженной. Так, о боже, здесь тоже куча шотной техники. Ребята, давайте, чья же возьмет в этом бою? Коломбо пишет, что-то Клик расслабились. Ну, вот в этом бою, ребята, смотрите, клики тащат. Скажем так, изначально сражение было, в принципе, равноценным, но затем команда Клик все-таки зарешала. Остается только 32-ка в команде противника, в команде атаки, в команде ретардов. Так, прозвучал истошный крик, это громко слился Клик. А вот третий Макс не слился у нас, команда не слилась, команда Клик. Ребята в этом бою вот сейчас, в данный момент, поехали навстречу с фуловой 32-кой. И сейчас просто ее быстро-быстро-быстро отправят в ангарчик, да, исправляют эту ситуацию, и 32-ки больше нет. Три техники остается в команде кликов в живых.
И команда Клик выравнивает счет. Счет 1-1. Играем до двух побед. Это означает, что будет сейчас третий поединочек между двумя командами. Ну, в принципе, что можно сказать по истечению этих двух поединков о команде Ретардов, о команде ТР? В принципе, я каких-то таких особых фейлов команды не заметила. И, конечно, я не такой крутой игрок. Вот, но ничего такого сказать не могу. Ребята, в принципе, нормально играют. Они и атаковать умеют. Ну, скажем так, да нормально все. Ну, немножечко сейчас они в конце уступили свои позиции команде Клик. Но изначально, в принципе, лидировали. Все у них неплохо так шло довольно. То есть нельзя сказать, что ребята плохо играют, там, с треском у них там что-то, чего-то. Нет, в первом бою они просто вообще сыграли феерично. Я прям даже не ожидала, команда новая, и, конечно, хотелось и познакомиться. Ну вот, знакомимся вместе с вами нашими зрителями, зрителями Твича, Твича ESL. Еще раз всем добрый вечер, всем отличного настроения. Давайте наблюдать за командами вместе, ведь вместе гораздо интересней. Часто стал сливаться Клик, к его сливам Твич привык, пишет третий Макс. Третий Макс, вынуждена вас, я бы даже стала разочаровать, затащили команда Клик. Не издали тот самый пик, о котором вы говорили. И крик. И еще раз хочу поздравить наших именинников, наших зрителей на Твиче. Это Коломбо08, Игорь. И также поздравляю нашего постоянного твичанина Заю. Зая, тебя еще раз с днем варенья. Желаю тебе всего самого хорошего. И самое главное, это хорошего настроения, здоровья и удачи. Ну и также Коломбо тебе тоже и удачи, и здоровья, и всего-всего-всего того, чего бы ты сам хотел. И если кто-то из наших твичан хочет поздравительную какую-то композицию заказать для наших именинников, могут просто скинуть ссылочку на YouTube, и я эту мелодию поставлю. Says I'll be alone now. Thank you.
Итак, команда Клика 2.50.100, РХМ 13.90, РУ 251 и 2 Бульдога. Команда Ретардов взяли 1.50.100, 3.90, РУ 251 и 2 Бульдога. А у нас возврат в ангар. Вторник нынче, не четверг, но зачем же Руинберг, пишет Третий Макс. Также Третий Макс пишет, все-таки реванш от Клик, поборолся как мужик. Так, значит, зачитаю технику команды Клик. Это 2.50.100, РХМ, 13.90, РУ 251, 2 Бульдога и 1.50.100 в команде Ретардов, 3.90, РУ 251 и 2 Бульдога. Ну что ж, теперь мы отправляемся. Команда Клик находится в обороне и в атаке, соответственно, их соперники, команда ТР. Так, в район второй базы отправляются три техники команды ТР. Также Бульдог их с центра будет крыть, помогать. Подтягивается 50-100 ко второй базе. Также 2-90 по нулевой линии также идут в атаку, идут на отстрел. Получает 50-100. Команды Клик. Шотик по себе. Так, пробует помогать своей команде РХМ. Так, ну что ж, в основном как-то все так и замерли. На захват становится 50-100 на краешек. Так, Бульдог поехал в обход. Бульдог команды Клик. Так, ну что ж, вот этот 50-100, который стоит на захватике. Так, заминусовали Бульдога с центра, команда Клик. Так, ну что ж, команда атаки решила атаковать. Ребята всей техникой подтягиваются в малый город.
Рука правосудия, приветик тебе. И сообщение также на твитчике. Так, потом прочитаю. Так, теряет еще одного бульдога. Шотный бульдог был в команде ТР. Ну что ж, атакует команда атаки. Едут и просто пробуют забирать. Забирают 50-100 команды противника. Теряют своего 50-100. Забирают бульдога в команде Клик. Далее идут ожесточенные перестрелки. Хорошенько получает 50-100 кликов. И отправляется в ангар. Также имеется 11 хп Девяностика в команде ТР. О боже. Ожесточенные перестрелочки тут у нас. Шотный Девяностик отправляется в ангар. Остается один Девяностик в команде ТР. Отступает. О боже, его подпалил РХМ. И также клики приехали, забрали последнего Девяностика. Четыре танка в живых остается у команды Клик. И команда Клик берет вторую победу. Означает, что именно команда Клик проходит дальше по турнирной сеточке. Поздравляем эту команду. Ребята, спасибо за бои. Третий Макс пишет. Раздавил, как длинномер кликов, бодро наш ТР. Третий Макс, а вот так получилось, что не раздавил кликов и... Клики победили и проходят дальше по турнирной сетке. Вот так вот. Так, ну что ж, стример свободен и будет, ну то бишь я, буду отписываться в стримерской о том, что жду приглашений. По заказу детектива обойдись ты, клик, без слива. По заказу детектива, третий Макс, клик обошелся абсолютно без слива. С чем я его уже и успела поздравить. Так, тем временем взгляну-ка я на турнирную сеточку. Так, что мы в турнирной сеточке наблюдаем? В полуфинал прошла команда Not Team 1. Ждет своих оппонентов. Оппонентами будут либо Jack Daniels, либо Shadow Steam. И в полуфинал прошла команда Gunfu Alive, и знаем соперника, команда Click также прошла в полуфинал. Поэтому, ребята, будем наблюдать за одной из пар команд, это как минимум. То бишь, команда Gunfu Alive и команда Click, которые уже отыграли и которые уже в полуфинале. И также находится, еще раз повторяю, в полуфинале команда Not Team 1, и пока соперника у них я не вижу, но будет это либо команда Jack Daniels, либо команда Shadow Steam. Ну вот, пока на эту секундочку все.
рождения. В общем, мальчишки с девушкой. Так, Зая, ну это композиция специально для тебя. Еще раз с днем рождения наших именинников. Желаю вам всего хорошего, успехов, здоровья и отличного настроения. За три хвилини загубився і влюбився та пропав. За три хвилини закохався і набрався. Скільки скажи, тримаю я, це все, що маю я, це все, що маю я, це все, що маю я, тепер тримаю, маю я, тебе тримаю, маю я.
Так, ну что ж, на этом у нас песенки поздравительные пока заканчиваются. И возвращаемся к стриму турнира. Ребята готовы пикнуть технику, правда, еще собираются вот немножечко отдохнуть. Вот. И хочу напомнить о том, что здесь и сейчас у нас идет стрим турнира формата 7.54, Golden Format Cup номер 145. Это полуфинал, и играют, вернее, будут сражаться сейчас команда Click и команда Kung Fu Alive. Сегодня у нас команда Click просто не уходит из наших прямых эфиров. Просто идет вперед, побеждает. Ребята, ну что ж, держитесь, идите, побеждайте, идите, обороняйтесь и вперед, ближе к финалу. Так, ребята пробуют подтвердить готовность. Так, у нас на Твичке спрашивают, в чем суть турнира, в чем суть стрима. Сейчас я вам все расскажу. И пока скажу, что у команд карта Прохоровка. В команде Клик 2 32-ки, 2 90-ка, Ру 251 и 2 Бульдога. В команде же Kung Fu Alive 2 90-ка, 2 Рушечки, Т-49 и 2 Бульдога. И пока ребята загружаются в бой, специально... Специально для нашего зрителя Стича расскажу, что это прямой эфир турнира именно здесь, на Твиче ESL, в прямом эфире мы стримим для вас.